6 сентября в Солнечногорске состоится суперфинал конкурса «Лидеры России». Нашу республику будет представлять Ахмат Апаков. Он рассказал о подготовке к конкурсу и о том, каким должен быть современный лидер. Подробности у Али Баташева. Молодые, предприимчивые, умные и энергичные. Не только на видеороликах в соцсетях, но и в жизни. Ахмат Апаков будет представлять республику на конкурсе «Лидеры России». Это флагманский проект, который реализуется некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента страны. Сложная система отбора. 232 тысячи человек, если я не ошибаюсь, подали заявки в прошлом году. Было много разных этапов. Это и тестирование, несколько разных видов. Это мы записывали эссе, мы записывали видеообращения, проводили различные социальные проекты. И по итогам отбора из этого количества осталось всего 300 финалистов. Этот конкурс – перспективная площадка для молодых управленцев. За 2 года двое участников конкурса «Лидеры России» стали губернаторами, 5 – заместителями федеральных министров. Каждый финалист получил образовательный грант в размере 1 миллиона рублей, знакомство с самыми успешными управленцами страны и возможность получения консультации от них. Я закончил Российский государственный гидрометеорологический университет по специальности государственное муниципальное управление. Угу. И как вы планируете дальше свою карьеру осуществлять в случае победы-то? Ну, я уже решил для себя, что я возвращаюсь в Карачаево-Черкесскую республику. Есть разные предложения от руководства региона. Я думаю, в ближайшее время уже будет более определенная какая-то информация на этот счет. Конкурс «Лидеры России» стартовал в 2017 году. Его цели – выявление и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Али Баташев, Роберт Джигутанов, «Вести Карачаево-Черкесия».